Всем добрый день. Хочу от души поблагодарить всех, кто посещал меня в больнице. Оля Селиванова, Таня, Светлана, Елена, Мария. Ой, много, всех не перечислить. Спасибо вам огромное, низкий поклон, что не забыли меня, не оставили меня одного в тяжелый момент. Также хочу выразить благодарность всем, кто писал в личные сообщения. Сообщений было море. Всем, кто звонил. Звонки были очень приятные. Спасибо за поддержку моральную. А также всех, кто поддержал материально. Потому что, сами понимаете, в такие моменты надо сплачиваться. Спасибо вам огромное. Сейчас уже похолодало, но работа у Юры есть. Поэтому совсем уже скоро мы с вами увидимся на том же месте, в тот же час, на Троекурово. Сейчас у меня все хорошо, слава Богу. Вот, восстанавливаюсь. А также сегодня еще был в очередной раз, занялся вплотную своим здоровьем. Был сегодня у доктора. Операцию не будут делать, нельзя, слишком рано. Только через год можно делать операцию, потому что после инфаркта наркоз – это вещи несовместимые. Вот. Ну, а так, что, все мы болеем рано или поздно. Вот. Всем желаю здоровья, не болейте, потому что болезнь всегда выбивает из жизненной колеи. Вот. Поэтому еще раз всем огромное спасибо за все. Диме, Бавленский поворот, Вере, спасибо. Также Флору, Андрею, всем огромное спасибо. Всего хорошего. Храни вас Господь.